Симхай. Мы в Киеве. Как резко поменялось, да, все? Идем грабить ларьки с, не знаю, с овощами. С овощами, с бананами, блядь. Короче, мы ищем метро. Тут такие здания охеренные. Ну, сейчас киевляне посмотрят, думаю, блядь. Вон, особенно то здание. Силюки приехали, короче. Если что, у нас 13 человек, я потом всех покажу. Мы сейчас в метро ищем, там суки надо забрать. Сейчас все разбрелись покушать. Да, все разбрелись поссать, пожрать и так далее. Не будем вдаваться в подробности, так все далее. Сейчас будем шляться, короче, и все снимать. И тупо влог будет охеренный, я вам отвечаю. Тупо банда, банда, целая банда. Весь наш движ, Париж. Короче, даю Саньке телефон. Ой, камеру, разбирайтесь с ним. Короче, ребята, врываемся. Вот так возьми. Вот так? Да. Врываемся в Киев. Опа-на, что там происходит? Серега, твои впечатления от Киева? Пока нету еще, мы нормально. Только начали. Настюха, как мы доехали? А, нормально. А тебе нравится Киев? Нет, я еще ничего не посмотрел. Я понял тебя. Теперь возьмем вас. Пиде. Что? Пиде. Валера! Валера! Ну ты такой, отвечаю, грабитель 80. Пацаны приехали в Киев, посмотрите, что происходит. Вообще, смотрите, это все фоткающиеся. Блин, можно я как пидора? Как пидора? Ну давай. Как хочешь. На, поснимай пока, оно снимает еще. Давай. Как снимать? Ты снимаешь? Да. Да, снимает. Короче, Валера. О, у него сегодня нюха, мы тебя поздравляем, кстати. Спасибо, ребята. Короче, Валера, я тебя благодарю за то, что ты нас повез в Киев, ребята. Валера там, это камера. Просто это хороший человек. Спасибо. Лайк и подписка на канал. Всем. Я люблю на фокусе. Да, и там есть называется «Прощи пописать в Макдональдс». Я знаю. Ну что, Серега, ты пописал ее? Конечно. Где подписан? Валера! Санечек, день рождения у него, братанчика. Всем приятного аппетита, пупсики. Геймста. Ну что, короче, ребят, мы идем на Тухланов остров. Пошли, что да, подождал. Ну вот тут мостик сейчас идем. Впечатления четкие. Только что фоткались, перефоткались. Ну, короче, здесь это жарко и очень классно. На параде будет жестко. Мы еще на парад идем, так что смотрим. Давай, чемпионат мира! Саша Ук против Сергея Ротила. Дай проехать. Давай. На старт! Давай. Не. Давай. Внимание! Марс! Вот это трэш, я понимаю. Победила ничья! Села она! Быстрее снимай, Валера! Да! Серега, что ты скажешь по этому поводу? Ну я чемпион. Тупо ржем как можно, реально круто. Это победа, честное рождение с вами. Да. Это для велодорожки, а явно не для тебя, не для вас, поняли? Столько фоткались, минут, наверное, 40. Мне кажется, мы постоянно... Конечно! Тагил! Мне кажется, мы постоянно в каких-то горах, в городе горы находим. Валера, снимай! Хватит меня за попу щупать. Валера! Тагил! Валера! Валера! Где моя Валера? А Валера мы... Нет, он наказан. Ох, смотри, как круто тут. Меня снимай. Давай. Меня. Давай. А можно Валера? Эвис. Эвис. Даша, помахай ручкой. Во влог попадешь.
На канал. Не, ну это понятно. И ставьте колокольчики. Опять передам Дунику привет. Не, ну конечно, это не важно, если вам понравится там видео. Ну ладно, ставьте. Ладно, ставьте. Ставьте свои ланосы и все будет понравиться. Что происходит? Как в начале видео всегда там деруга, либо когда говорит. Ну там, ставьте лайки, но мне это не важно, кстати. Снимаемся. Так, вау, круто. Горка под 200. Нет, там вроде что-то есть. По 200, полез, полез. Короче, мы идем куда-то. Куда мы идем? Анастасия, посоветуйтесь. Мы идем прям. Что там? Короче, я не знаю. Меня зовут Валера, мне 43 года, ё-моё. Что вы базарите? Ой, посмотрите, посмотрите на это. Вот что это такое? Это коты. А это что это? На пенек сел косарь. Короче, надо фоткать. На пенек сел. Косарь должен. Мы, короче, только что поднимались по вот этой спирали. Она вроде небольшая, но, блин, идти прилично, короче. Еще сколько идти прилично. Блин, красиво. Давай. Что-то херово вы поддержите как-то. Это потому что пряники. Недолюбливают меня. Это потому что пряники жмут. Ты побеждаешь. Поэтому тяжело. Пришли кушать. Угадайте, что мы заказали сегодня. Это гречка. Это гречка, это Серега. А что ты в шляпе сидишь? Я так одна много ем. Алло. Что ты в шляпе сидишь? Это не ему. Потому что на ходьба. Серега, пошли 30 минут будем идти. Что? Я снимаю. Если что. Мы так находили, что никто в жизни не хочет. Слабаки, короче, что? Нет, нет, идем. Короче, ноги болят. Сидим, что не знаю, что делать. Что, пешком идем или будем идти? Пешком идем. Короче, до Шевченко мы сейчас идем до парка. Ты еще там что-то посмотришь. Эй, йоу, что вы скажете? Как ощущение? Нормально. Нормально? Да. Убери камеру. Валера! Убери камеру! Дай, быстрей! Быстрей камеру! А тут бьются! Пизди! Настя, хуярь! Давай! Давай! Валера, расскажи, что сейчас будет. Сейчас, короче, будем смолить фаера, будет весело, посмотрим. Подписка на канал, лайк. We'll be right back.
Ну что, короче, ребятки. Потому что... Ты снимаешь? Сука. Валер, ты меня сбил. Все, давай.